Таня, зайди. Ты что, грустная такая? Да, даже маме позвонить не могу. Я тебя понимаю. Я тоже за своих переживаю. Но надо держаться. Угу. Да? Будем держаться. Да ты что? Ладно, давай работать. Короче, никакой катастрофы не будет. Объект сам обошел циклон и движется в нашем направлении. Марк, а почему ты никому не сказал? А как же Шувалов? Он же покончил жизнь самоубийством. Я ему говорил. А он? Он меня послал. Ладно. Кто еще об этом знает? Девоченко. Но я тебе говорю, Тань, это всего лишь гипотеза. Тань твердая, но гипотеза. Рот ему кто-нибудь закройте, парни. Олег, ты извини за такой жесткий прием. Сейчас на нервах все. Просто полгорода с ума посходили. Крушат все, машины жгут. Конец света, конец света. А я так думаю, что прорвемся. Что скажешь? Как узнал? Что? А, сигнализация сработала. Кто-то из персонала кнопку нажал. Мы вовремя, а? Можно было и пораньше. Знаю. Ладно, поехали в отдел. Показания снимем. Извини, а сейчас. Ну что там у вас? Тут один хочет вам сказать. А что, самим не разобраться? Что там? Проблема. Проходите, проблем не будет. Хорошо. Да, еще я хотела бы... Спасибо. Спасибо вам. Я деньги достану. Буквально через несколько дней. Вы меня поняли? Через несколько дней. Если через несколько дней еще что-то будет. Такие предметы были обнаружены на месте гибели Шувалова и Мухина. Вы их раньше видели? Нет, не видел. А что это? Вы уверены? Абсолютно. Извините. Да. Так точно. Да, Мишу. Ну, собирайтесь. Слышали? Куда? Вы вместе со своим отделом отправляетесь в предполагаемое место приземления. Возьмите все необходимое. Сбор через полчаса. Алло, Ира. Девочки дома? Хорошо. Слушай меня внимательно.
Меня сегодня не будет. Не выходите никуда из дома. Нет, все в порядке, я потом объясню. Да. Я люблю тебя, Ира. Пока. Да, слушаю. Что? Понял, товарищ полковник. Уже еду. Но мне часа 2-3 ехать. Есть. Этого мне еще не хватало. Что случилось? Начальник сказал выдвигаться к месту падения метеорита. А ты здесь при чем? А я знаю. Ну, уголовники, бандиты, это понятно. А тут звездные войны, гуманоиды, пришельцы, планетарий какой-то. Зачем мне это надо? Не собираешься возвращаться обратно? Миронов-то ушел. Я знаю. С Надеждой уезжает куда-то. В Украину. Консультанта при посольстве. Так будешь возвращаться или нет? А то ребята болтают, что ты из органов ушел, потому что он переспал с моей женой. Ну, я не знаю, это вообще не мое дело. Олег, ну ты тоже не святой. Ты же ей первый изменил. Да он подонок, мерзавец. Мало дал я ему. Надо было еще. Мало. Вот так. Отдохнуть тебе надо, Олег. Поспи немного, а то уже скоро рассветет. Фиксировать любое его движение. Понял. Thank you.
Возьми кассету, давай, шевелись. Тихо. Есть разрешение, спокойно. Ну что, настроил? Готов, включайся. Сейчас мы попробуем взять комментарий у официальных лиц. Скажите, пожалуйста, что вам известно о приближающемся объекте? Извините, не мешайте нам работать. Что значит не мешайте работать? В городе растет паника, растет число... Минуточку. Что вы делаете? Что вы себе позволяете? Выключи. Вы что тут творите? С ума подходили? Свободен. Я тут, между прочим, официально аккредитован. А ты? Ладно, снял. Пойдем. Олег, а что ты здесь делаешь? Тебя же уволили. Я тебя тоже рад видеть. Объект активизируется. Так, всем внимание.